Здравствуйте. Сегодня 24 июня. Со вчерашнего дня, с середины дня, в центре города, на улице Пушкинской, уже как сутки нет воды. Весь дом сидит без воды. Об отключении, естественно, никто не предупреждал. Люди воду не набрали. Это при том, что коронавирусная инфекция нас не покинула, и никто не отменял мыть руки, умываться каждый день. На вопросы водоканалу, звонки, ну, я сам лично звонил 3 раза, узнавал вчера 1 раз и сегодня уже 2 раза, пытался выяснить причину и хотя бы примерное время включения, когда дадут воду. Никто ничего хорошего не отвечает, говорят, выясняем причину. То есть причина еще не выяснена. И когда примерно дадут, тоже никто вразумительного ничего не говорит. Говорят, выясняем и все. Ну, вот такая информация. Грустная. В день Парада Победы и здесь, и у нас в Воронеже, и на Красной площади все, видимо, занимаются парадом, но водой никто не занимается.